зашел не туда. Excuse me. Where is the exit? You can go here. Just follow the sign. What? Yeah. To the left and follow the... Okay. Короче, заблудился я немножко. Ну вот опять очередные ворота. Так-то, в принципе, все просто, все понятно. Идем на выход. Ага. Так, и что делаем? Шип-скрю. Надо, по идее, приложить карту. О, о, открылось. Свобода. Здесь справа вообще чисто промышленная зона. Вспомнил, что здесь я был, здесь я гулял в году так 2013-м. Короче, топать тут прилично еще до города. Немножко лирики хотел бы сказать. Блин, все-таки здорово, когда ты возвращаешься в тот же порт, вдруг ты видишь вот ту же самую дорогу. Все, все почти то же самое. За 5 лет ничего не поменялось. Потому что когда-то ты здесь, еще будучи совсем молодым, гулял. Эх. И как-то, знаете, начинаешь осмысливать именно, да, свою жизнь, понимать все-таки ее ценность, сколько, насколько она действительно для тебя должна быть дорого. Вот. Также ты понимаешь, что время очень быстро летит, от этого никуда не деться. Ну, моряком быть круто, короче, да, все-таки путешествовать. Жалко, что ты именно бываешь в этих во всех городах, не можешь показать вот это все своим родственникам, чтобы они увидели то, что и ты видишь, да, ваши жены, дети, к сожалению, они многого не видят, вот. Но мы должны стремиться, чтобы они в будущем повидали не меньше тебя. Вот. Такое вот лиричное начало. Идем в центр. Вот приближаюсь я уже ближе к городу. Уже вижу живых людей, гуляющих с собаками. Вот такая вот здесь симпатичная аллея. Яхты, кстати говоря, не такие дорогие для Норвегии. Вот домики какие простенькие. В принципе, во всей Норвегии в основном вот примерно вот такие дома. То есть я, честно, не видел сильного отличия как-то, как у нас, да. Замок стоит, а рядом, блин, бомж спит там на раскладушке. Здесь все примерно живут так, средненько, со вкусом. Ну, уровень жизни один из самых высоких в мире. На самом деле здесь очень здорово жить. Пенсия ваша, она будет на 100% обеспечена. Запас средств, который имеет государство Норвегии, очень большой. Поэтому жизнь, в общем, здесь не жизнь, а малина. Сейчас я вам покажу норвежское такси. Блин, это вообще, конечно, что-то с чем-то. Volvo, и насколько я понимаю, это XC90. Работает в такси. Даже сложно представить, сколько цена. Какая мармодель-то? Точно XC90. Я думаю, поездка по городу евро, наверное, блин, 30 точно составляет. В общем, вышел я что-то вроде как в центре, а на самом деле так не, ну, не чувствуется, что ты реально
вообще никого нету. Все закрыто. Ну, сегодня потому что воскресенье, они не работают. Поэтому, я думаю, проблематично сейчас не будет найти какой-то бар, ну или ресторанчик. Хотелось бы покушать. Судовая еда уже надоела. Вот. Ну и просто отдохнуть, посидеть. Варилон, from here. Варилон? But I see so many cars, maybe it's centrum, yeah? Yes, it's centrum. But you have to go for bar. I need bar. Then there's bar. Okay, just thank you. Score. Okay, thank you. I will find. Короче, чувак мне подсказал. Говорит, далеко. Не знаю, для меня, допустим, 5 километров это недалеко вообще. Когда сидишь на судне, там мало шевелишься. Нас бы уже унесли что-нибудь. Это открыто. Ну вот, движуха начинается, машины. Где машины, там и центр. Так, надо мне еще дорогу перейти. Придется нарушать. Надеюсь, меня не накажут. Для девушек можно посмотреть, какая одежда у норвежек сейчас в тренде. Мужская одежда. Все закрыто. Качество видно, что неплохое. Не Китай. Впервые встречаю такой магазин в Норвегии, что мотоциклетный именно. Тут вообще все походу есть. Шлема, вон, даже диски, резина, сувениры какие-то, кубки. И так далее. Картины с покатушек. Вот. Даже пояс вон есть какого-то чемпиона. Жалко, что не зайти. Закрыто все. Воскресенье. Что вы хотели? Вот, кстати, одна из бэшек, по-моему, i3. Это, по-моему, чисто электрокар. Я понимаю, впервые такой вижу. Ну, я думаю, что это электрокар. Выглядит, честно говоря, для BMW как-то не очень. На жука напоминает. Кстати, в Норвегии одна из стран, в которой очень популярны электрокары. Вот, пожалуйста, Тесла. Это Тесла. Офигеть. Блин, круто. Грубо говоря, я прошел не совсем нифиг, я уже встретил два электрокара. Это, конечно, что-то с чем-то. Впервые вижу Теслу вживую. Но все равно, вот в этих электрокарах как-то нет такой харизмы, что ли, именно в дизайне. Они как-то сразу выдают себя. О, бар нашел. Я в ресторанах. Сейчас зайду в Боревич. Бабушки сидят, дедушки. It's open? Все уже пьяные. Hello. Possible pay by card? Huh? Possible pay by card. Do you speak English? Yeah, English. I have only card, no cash. Yeah, it's okay. Oh, okay. Yeah. Can beer? I need the best beer, yeah. Okay. All right, it's your place. What? You are from Russia. Yeah. Where are you from? Norway. Yeah. I'm from Norway. Norway is good. Norway is good.
So you are like the Vladimir Putin, you like... Yeah, Vladimir Putin for me not so good guy, you know. So many problems in Russia now. Yeah. It's a very long conversation. Better not speak about Putin. It's... But I meet a lot of people in Norway, but not many Russians. Many Russians also here? No, I don't meet many Russians. Here? In this city? Because maybe it's a small city. But what are you doing? I'm seaman. Seaman. Ship, vessel. You know? You are the cool guy. The problem is that Russia, I have fights with people from Russia. Yes, I come on this vessel, see? Yeah. Ship. It's my ship. Is it, what? Vessel. It's your ship? Yes, yes. Really? How really? Old are you? Huh? How old? 30. 30 years. Me too. Also. Yeah. So. Сергей. Андерс. Okay. Сергей. Cool. Короче, ребят, в общем, зашел я в бар, знакомился с ребятами, сидим, общаемся. Вообще удивился даже, что люди такие приветливые здесь. Поэтому как бы даже настроение поднялось. Что еще можно сказать? Гуляйте, отдыхайте. This guy from Thailand. Короче, посидел, пообщался тут с людьми. В общем, все с разных стран. Двое, девушка с Африки, с Эфиопии, другой с Танзании, третий вообще у него мама с Таиланда, рожден, короче, здесь. Вот. Поэтому люди вообще с разных сторон. It's my camera, веб-камера. I'm speaking Wi-Fi. You sure? Yeah. That's your webcam. What kind of the fuck is that shit? It's a special camera for speaking, yeah. What? So special? Yeah. What do you mean? Yeah, this girl can see you, yeah, no problem. You're joking. Oh, it's really, I'm speaking. Yeah. You're joking. Oh, it's really. Really? So who are you speaking to? Jeez. I'm speaking with girl, yeah. Короче, не верят, что я разговариваю сейчас именно с человеком, который на другой стороне. I speak. Короче, жду пиццу уже, блядь. Полчаса, вместо обещанных 10 минут. Дедуля тоже из того же клуба, короче, откуда и я пришел. Вместе ждем, короче. Говорит, 30 минут будем ждать. Мой камрад. Не хочешь, чтобы его снимали, короче? Тут народ, короче, не особо любит папарацци, поэтому приходится скрытую камеру включать. I not understand, но я с ним согласен, короче. Чё за тема, короче, зашел тут пиццу заказать. Короче, такие рычаги, прикиньте, в туалете. Это для кого? Для инвалидов, что ли? Это что? Или для бухих, который встать не может, короче, пользоваться вот этими поручнями. Прикольно. Норвегия, хули тут говорить. Пицца. Пицца. О май гад. Вы все поняли. Что гулянка удалась сегодня. Иду сейчас на судно. Правда, точно way я свой не помню. Ну, надеюсь, что найду. Вообще нормально отдохнули. Я думаю, еще месяц можно будет не выходить с судна. Иду я по пустынной Норвегии, пустынному городу.
Ну, бар такой нормальный, короче, встретил, говорю, людей, иностранцев, все такие приветливые. Ну, кстати говоря, не думал, что там народ так бухает конкретно, короче. Норги, блин, дают, конечно, джазу, вообще не по-детски. Вообще ни в чем не уступают нашим русским. Пьют только, блин, только в путь. Бабушки, дедушки, блин. Вроде городок небольшой, короче, а все, блин, на стакане, короче, нормально сидят. Норвегия такая страна, да, куда стремятся многие, особенно африканцы, да, лучше же здесь как бы и пособия платят, там, я не знаю. В общем, они здесь как-то, ну, выживают каким-то образом. Ну, если ты норвежский знаешь, если не знаешь норвежского, конечно, здесь делать нечего. Вот они все как бы, да, язык знают, понятное дело. Все у них хорошо. Ладно, что. Вот так вот вечер, да, удался. Погуляли. Не по-детски. С экипажа, конечно, я, ну, один ходил. Остальные все днем уже погуляли. Ну, я, в принципе, доволен. Пообщался с людьми, с новыми. Меня все устраивает, короче. Все, спасибо. Зацениваем город Порсгрун. Делаем вот так вот. Пока.